Всем привет, друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Турнир закончился, и забираем свой приз. Да, ребята, Сёгун 3 звезды, отлично, меня не сбросили, и это хорошо. Ну что ж, забираем наш реворд, наш приз. Так, 7700 у нас сюрикенов, 35 ДНК на саблезуба, 90 золотых осколков и 45 платиновых. Хорошо, но мало, согласитесь? Так, забегаем в магазин, забираем здесь, ребята, бесплатную колоду. Кто у нас тут? Ага, Бакстер Муха. И, насколько я помню, ребят, задания у меня все сделаны, так что мы сразу же, наверное, прямиком и идем сразу на битву, на турнир. Хотя, подождите секунду, давайте-ка мы, наверное, еще за осколки немножечко поборемся здесь. Быстренько пробежимся, заработаем немножечко осколков и уже пойдем с вами на турнир. Кстати, у нас... новые, ребята, испытания, так как неделя началась. Все будет у нас хорошо. Ну что, первого Бакстера мы с вами отдубасили довольно легко. Давайте переходить сразу же к следующему. Он наверняка ждет, не дождется с нами встречи. Так, 16, ребята, осколков серебряных мы еще здесь разыгрываем. И на 8 золотых это будет у нас окончательный бой. Дальше, как вы знаете, нам не прыгнуть, выше головы никак не получится. Так, ну что, Бакстер, хорош тут уже свои бомбочки бросать. На-ка, получи. Ты-ты, ах ты, выстоял. Ну тогда вот так вот мы его добиваем с помощью Рафаэля. И делаем с вами заключительный поединок. Очень быстренько, безболезненно. Так, 5 опыта, согласитесь, да? Очень мало нам дают опыта, всего лишь 5 экспы. Это копейки, если честно. Ну что же, 8 золотых осколков у нас на кону. Мы сейчас быстренько с вами пролетим этот бой. Кстати, надо посмотреть, кто у нас на этой неделе будет разыгрываться. Ой-ой-ой-ой, как ты меня напугал-то, бедненький. Волной он своей смертельной. Ой, погоди-ка секунду. А почему? Почему у нас такой минимальный, ребят, получается какой-то урон? Мы его бомбим-бомбим, а ему все пофиг. Ну-ка, вертушка, я думаю, что мы его сейчас добьем. Нет? Ой-ой-ой, по-моему, да, железную голову мы с вами потеряли. Офигеть, а он крепкий малый, да? Несмотря на то, что он какого там 60 уровня был. Ну ладно, мы все-таки осколки у него забрали. Да, вот 8 золотых. И давайте-ка посмотрим, кто у нас будет. Мне очень сильно хочется узнать. Ребят, на турнире у нас будет разыгрываться Донателло Классика. А он у меня, по-моему, не открыт. Ведь не открыт же. Донателло Классика, давайте посмотрим, ребят. Нет, Дони Классика у меня не открыт. Он, получается... Так, вот он. Вот он, в самом-самом низу, ребята. И у него... Сколько ДНК-то? Всего лишь 7 из 20. То есть, если мы с вами проходим эту неделю на ура, то, возможно, мы с вами откроем Доника. И это будет классно. Новый персонаж — это всегда хорошо. И давайте посмотрим, что у нас за испытания. Так, у нас, значит, городская война тени на солнце и манимайки. Ну что же, отлично. Ну, это все у нас будет потом. Мы, ребят, с вами начинаем именно с турнира. Ух, поехали, разомнемся, как говорится. И начну-ка я, пожалуй, с самых-самых маленьких. Потому что мне нужно, ребят, своих малышей тоже, как говорится, реализовать. Хотя не такие уж они и маленькие здесь, да, 20 уровень. Но все равно, не будем спешить никуда. Будем аккуратненько. Так, Макмен, значит, Карайка и Эйприл. Ну, давай начнем с Карайки. О, как хорошо, пробиваем. Нормуль. Так, Эйприл выеживается. Макмен что-то тут ждет от нас. Но нам нужно атаковать его. Так, ничего не получается у него. Макмен, все, пока. Мы его, ребята, расписали. Ну и Эйприл, я смотрю, тут выделывается. Если... ох, постепенку даже на нее повесили. Ну все, ребят, сейчас, наверное, она... хотя мы ее и добьем. Все, первый бой, да и буквально ближайшие 20 боев будут у нас идти на изи. Ну, вы сами понимаете, почему. Ну, а мы тем временем будем с вами подрастать. Мы уже на войне 2 звезды. То есть, как только у нас дойдет до самураев, там уже будет сложно. Ну, а пока никаких абсолютно, ребят, сложностей.
берем всех своих героев слабеньких и как можно быстрее ими проигрываем, чтобы дойти уже до самых крупных. Но опять же не забываем, что у нас опять могут сбросить. Так, бомбочка пошла. Отлично, очень хорошо. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Ха, Макман не может лечиться, это хорошо. Мы будем с вами бить Лео, потому что он у нас хиллер. И я больше чем уверен, что он сейчас будет хиллер. Нет, он не успеет, к сожалению. Пока Лео. Макман вырубает топотун свой. Так, секунду. Все, караечки тоже не стало. И давайте немножко поджарим Макмана. Нечего ему, как говорится, здесь буянить. Ха, вообще сожгли его. Я думал, немножечко поджарим, а получилось, что вообще его испепелили. Ну что ж, это для нас хорошо. Мы сразу переходим, наверное, на трехзвездочного воина. Естественно. Так, 98-я позиция. Ну, это только начало, ребята. Это только начало. Так, давай-ка мы с тобой выберем кого. Может, Джеймса взять нам? Да, я возьму, пожалуй, Джеймса. Будем играть именно с ним. Так, тут 21-й, да, уже уровень. Как раз у нас, во, подходящая компания для этого Джеймса у нас находится. Погнали. Так, нам нужно с вами в первую очередь, конечно, завалить Ваньку и Кирби. Начну, пожалуй, я с Ивана. Слабо. А если вот так вот сделаем? Да что ж такое-то? Сейчас Кирби... Нет. Нет, не успевает Кирби, конечно, хильнуть. Поэтому все, ребят. Так, Крис вешает контр на нейтрализатора. Мы, соответственно, с вами делаем, ребят, провокацию. Ну и все, и будем потихонечку разбир... Так, постепенный урон. Ну, это не страшно для нас. Давайте мы с вами будем атаковать Криса, потому что у нас повышенная атака идет именно по нему. Нейтрализатора нам сейчас трогать невыгодно, так как у него есть... Контр-удар, контратака, он будет нам отвечать. Зачем нам это нужно? Нам это не нужно. Поэтому будем тихонечко разбирать с вами Кирби. Ну-ка, упадет? Упал. Ну вот, а теперь уже будем бомбить и нейтрализатора. Туч. Да он слабенький, ребята. У него всего лишь 18 уровень. Что он здесь может сделать? Абсолютно ничего. Мы с вами победили. Джух, полетел куда-то Микеланджело. Ну что же, отлично, переходим сразу на следующий с вами бой. Так, воин. Вау, мы уже в элиту зашли. Быстро продвигаемся, ничего не могу сказать. И давай смотреть. Так, кого бы нам взять? Я думаю, что, наверное, вот этих вот ребят. Кто это у нас? Рафаэль. Ладно, Рафаэль, давай подеремся тогда с тобой. Так. Вот, эти ребята, я думаю, сгодятся. У нас какой там, 30 уровень, а у него 22. Я так понимаю, вон там, вон сзади Рафаэль. Так, кто нам здесь не нужен? В данный момент нам не нужен здесь Кирби. Поэтому давайте от него избавляться. Ага, хорошо. А если мы вот так вот сделаем? Угол экрана, как бумеранг, запускаем. Слушай, надо бомбить. Угу. Так, это у нас сейчас кто ходит-то, я не могу. А, Рокстеди. Давай-ка, нет, надо Макмана, ребята, бомбить. Интересно, сможем мы его застанить? Нет, не получилось. Но ударили сильно. А, он в ответку нам очень слабо звезданул. Так, массовый удар от Донни. Так, слушай, здесь нужно, наверное, вот так нам сделать. Понизили атаку. Давай-ка еще пробьем. Ты смотри, какой крепкий. Все, ребят, я беру провокацию нашим кожеголовым. И бомбим по Макману. Так, Макман еще... Вот, сейчас мы его добьем. Отлично. Ну что, остается... О-о-о-о, это сильный удар. Но, тем не менее, ребят, кожеголовый выдерживает. Он выдерживает эти атаки, и мы добиваем Донни. Так, ну что, остается лишь Рокстеди. Эх, Рокстеди. Мы ему и атаку понизили. В общем, ребята, он полностью наш, целиком. Сейчас мы с ним будем, что хотим делать. Да, мы его победили. Шикарно. Продвигаемся с вами далее. На одном, как говорится, дыхании. И смотрим. Элита... 14-я позиция, хорошо. Короче, в элиту 2 звезды. Мы сейчас с вами просто влетаем. Скрик... Ого! Смотри, смотри, ребята, мы можем отсюда вот сразу сюда скакануть. Я, наверное, так и сделаю.
ну, не скакануть, а сразу подраться с высшим рангом. Я надеюсь, вот эти ребята меня не подведут, хотя они бронзовые, а там у нас серебро. Как бы я опять тут не лопухнулся в очередной раз. Ну что, будем, наверное, начинать с Эйприл. Так, пол здоровья отняли. Давайте теперь вот так вот. Ай-яй-яй. Добивочный. Хорошо. Так, а теперь надо... Ох, погоди-ка. Вон у нас там... Рокстеди, как говорится, готов. Есть, мы его заморозили. Ну, естественно, Крип берет провокацию, тем самым спасая Рокстеди. Ладно, хорошо, давай вот так сделаем. Ага. Блин, что-то хреновенько как-то. Ребята, идет-то у нас тут все. Ну-ка, пробьем. Пробили мы Крипа, все, по красоте. Ну что, Рокстеди, нам надо тебя добить. Как хочет этого или нет, но придется тебе погибнуть. И Донни. Все, Донни. Донни Кульвони сейчас тоже отдуплится. У меня здесь, ребята, два хила, представляете. Это у меня и Пит, и Донни. Донателло вот этот вот маг. С такой шляпой, как у магов. Да, ребята, мы здесь с вами выиграли. Причем довольно легко. Я думал, что сейчас в ответку мне звезданут, но нет, не получилось. Элита 2 звезды. 54-я позиция. Шикарно. Итак, вот этих придется брать, потому что, ребят, смотрите, уже за 30 уровни идет противник, а у меня, по-моему, еще 30-ок очень много. Да, у меня хватает 30-х, вот, смотрите сами. Да, еще целый бой можно драться 30-ками, а потом уже только идет на повышение. Черт подери. Все равно мы с вами как-то очень и очень быстро продвигаемся. Я вроде бы хотел помедленнее. Так, ну что, начнем, пожалуй, мы с Донни. Ой, с Донни. С Микеланджело. Потому что он у нас, ребята, хиллер. Черт. Нет, он не стал хиляться. Он... Оу! Опасный, ребят, вот этот удар. Так, пробьем, интересно, мы. Жух, отлично, хорошо. Так, этот делает иммунитет. Ладно, фиг с ним. Так, вот это опасно, ребята. На Шреддера, да? Так, а если я сделаю... Крит-атаку. Какой, блин, крит... Даже ничего, ребят, не сработало, потому что там был иммунитет. Вот так лопухнулся. Ну что, давай с Донни начнем. Ох, неплохо бомбанули. Я боюсь за Кейси. Я боюсь сейчас Кейси, ребята, отдуплится у меня. Шреддера бомбят. Так, ну, давай попробуем, наверное, мы с Леонардо разобраться. Что ты делаешь? Ай-яй-яй, так и хотят, да, ребят, завалили Кейси мне, к сожалению. Обидно, очень обидно, он оказался слабачком в этом отряде. Ты посмотри на этого Лео, а, не хочет сдаваться, ни в какую. Плюс, ребята, видите, повышенная атака у нас у Рафаэля. Блин, ты опупел, что ли, Рафик? Давай-ка завязывай тут уже шутить, мы даже не можем его пробить, прикинь. Во, отлично. Ну и остался у нас Бибоп. Так, Бибопчик, хорош, хорош тут своим задом, как говорится, вилять. Пора тебе помирать. Да ладно, блин, Рафаэль, почему ты такой слабый? Почему у тебя атака такая ничтожная, а? Не можешь даже пробить. Двигаемся с вами далее. Ну, конечно, обидно, ребят, что мы с вами потеряли одного бойца. Как говорится, бонус у нас слабенький получился. Но, тем не менее, мы с вами в элите 3 звезды. Нет, хорошо. Погнали. Так, блин, а вот все. Хм. Очень тяжело сейчас будет. Давайте я возьму вот так вот. И придется взять кого-то одного крепкого, довольно сильного персонажа. Это будет у нас... Это будет у нас, наверное, Ваня. Ваня-Ваня-Ваня-Ванюша. Стиранко. Так, поехали. А, у него тоже, кстати, Ванька есть. Ну-ка, давай посмотрим, чей Ванька круче. Упс, надеюсь, не будет хиляться. Не надо хиляться, пожалуйста. Так, скорость, крит. В общем, тут понавешали, да, не себе. Плюшек всяких. Ну, Микеланджело у меня слабый, ребят. Слабый по атаке. Оу, Лео, ребята, все-таки захилял, а. Все-таки захилял этот паршивец. Вот. Так, меткость понизили. Это хорошо, это уже... Во-во-во-во, давай-ка мы с вами вот так вот сделаем, провокацию.
Плюс дополнительную защиту от Донателло. Да мы, ребят, сейчас будем просто непробиваемыми. А ну-ка, уничтожить. Найти и уничтожить. Естественно, ребята, Лео надо уничтожать в первую очередь. Потом, конечно... О, понеслась. Ну, у нас усиленная защита, поэтому мы, ребята, спасаемся за счет этого. Да и причем у него еще и атака слабенькая. Так что... Адьюс, амиго! Блин. Не получилось почему-то. А если так? Пум, припечатали. А ну-ка. Так, хорошо. Граната пошла. Есть. Мандагек отдыхает. Вот этот плохой удар. Мне он бесит. Но мы выжили. Микеланджело всех угощает пиццей и... Блин, хотел сказать... Да елки-палки, что не можем добить-то? Во, все. Ухоркали мы. Так, интересно, мы с вами по рангу повысимся или нет сейчас? Хотелось бы посмотреть. Нет, мы с вами пока еще нифигашечки. 16-я позиция. Так, выбираем дальше. Во, Лига самураев. Ну, я туда не пойду, я пойду вот сюда. Нужно здесь нам, ребята, все-таки малышей наших, как говорится, отточить. Кого возьмем? Давай я возьму Железноголового. Фиксим. 70-й уровень должен здесь отжечь по полной программе. Сейчас просто один раз бомбанет, и они все упадут. Нравится мне. Железноголова тоже хороший, меня в принципе устраивает. Как и у Леонардо вертушка. А вы представляете, если у нас будет, например, Ванька-стиранка тоже прокачан. Просто он достает свой пулемет. Один залп дает, и все сразу же падают. Отлично, отлично. Так, выбираем далее. 35-й, 36-й, вот, вот 37-й уже уровни. Блин, офигеть, ребят. Это ж просто офигеть. Откатов у меня нету, так что придется как-то выживать. Не знаю как, правда. Кого тут взять, а? Бакстера? Нет, я возьму, наверное, вот так, ребята. Возьмем Карайку-змею. Я думаю, что крик души должен нам здесь помочь. Хотя враг не такой уж и слабенький, как кажется. Поехали. Начнем с крика. Ага, смотри. Да ладно, блин, ребята. Полный зашквар произошел. Он отхилял всех. И смотри, еще и атаку всем усилил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, ребят, здесь мы с вами продули. Угу. Продули еще как. Я-то надеялся совсем на другое. Но Леонардо, видите, захилялся. Так, луч. Ой, как хорошо и жестко бомбанул луч, что у меня, ребят, сейчас Джастин просто-напросто упадет. Упадет он. Ну что делать, я не знаю, блин, провокации нет, этого нет. Ну давай в Криса плюнем. Упал Крис, короче. Так, мы можем еще попробовать, ребят, с вами добить, не знаю, получится. Давай рискнем. Опа. Да, падает Джастин у нас. Также падает, наверное, морозильная кошка, да, ребят. Слушайте, ну я так понимаю, что вот на этих этапах, на этих уровнях надо все-таки брать не одного персонажа уже крепкого, а нескольких. Например, если бы я здесь взял бы Змею Карай вместе, ну, даже, предположим, с нейтрализатором, уже был бы офигенный у нас этот, как его, итог. Итог нашего боя в плане того, что мы бы здесь уже разрулили бы ситуацию и выиграли бы. Но вот на данный момент все пошло вообще по самому плохому развороту. Самый плохой, как говорится, этот у нас бой был. Ой, елки-палки. Ладно, ничего не сделаешь. Единственное, меня успокаивает то, что это, ребят, отборочный тур. То есть, как бы вам сказать, первый день после того, как у нас закончилась наша старая лига. То есть здесь мы все равно рано или поздно упадем опять вниз. То есть сейчас я могу дойти до Сёгуна, да? А буквально к вечеру зайти, я уже буду где-нибудь там внизу на войнах сидеть. Да-да, и это правда. Ну что ж, давайте попробуем вот таким макаром. Я взял неспроста сюда зэка. Давай-ка мы вот так вот посмотрим. Он должен убить всех. Ничего подобного, ребята. Не срабатывает нужным образом бомбочка. Да что ты, ты достал уже, Лео, блин, хиляться, а? Ты уже заколупал, вот серьезно говорю.
Давай вот так вот сделаем. Прокатит, нет? Вот, вот это хорошо. Понизили, ребята, мы защиту, но все равно это ничего не решает. А? Там еще и постепенка. Ну все, Лео, ты доигрался, пока. Донни, успокойся. Тебе здесь все равно ничего не светит. Мы тебя сейчас здесь распишем. Да, ребят, победили. Отлично. Здесь, по крайней мере, у нас остались все целенькие. Ну, куда мы с вами? В самурае две звезды, отлично. Вначале так все легко и быстро, да, продвижение идет. А потом так медленно, так долго это все. Ну, давай-ка... Ух ты, самурай три звезды. Давай сюда зайдем. Давай сюда зайдем и... Персонажей-то уже не так много у нас остается. Кого мы можем взять сюда? Я возьму, наверное, Бакстера и... Погоди-ка, Бакстера. Я боюсь, мы здесь не выдержим. Давай вот так вот сделаем. А потом я, знаете, что возьму? Наверное, в компанию с Рафаэлем еще маленьких. Рафаэль, главное, чтобы он мне стоял в провокации. Тогда все будет хорошо. Вот типа вот так вот. Делаешь сразу провокацию и считай ты в куражах. Он нас не пробьет вообще никак. Пускай они хоть тут забомбятся все, ничего у них не выйдет. Так, выпускаем маузеров от Бакстера. О, отлично. Так, давай-ка мы добьем, наверное, морозильную кошку, чтобы она здесь не хиляла. Вот оно. Так, теперь, наверное, давай сделаем удар. Опс. Блин, слабовато как-то удар-то вышел. Ладно, хорошо, давай Рокстеди подобьем. Так. В кого валун? Опа, кабан. Тихо, 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 ребята. Это очень опасный был удар. Нам повезло сейчас в данный момент, потому что кабан мог бы уложить спокойно другого кабана. Ну, Бибоп против Бибопа. Ладно, все, здесь мы выиграли, отлично. Продвигаемся. Так, самурай три звезды. Ай, нифига, нифига, ребят. Две звезды так осталось. Ладно, не беда, сейчас мы быстренько что-нибудь придумаем. Давай-ка мы, наверное... О, вот здесь вообще, смотрите, даже бронзовые персонажи есть. Я думаю, здесь можно взять Рафаэля и... Раз, два, три, четыре. Вот так мы сделаем. На одном Рафике попробуем здесь отыграться. Если инициативы у них не будет, мы здесь с вами зарулим. Так, понеслась. Рафаэля сразу же в провокацию, конечно же. Это само собой, это первонаперво нужно делать. И теперь, блин, где же там у нас Усаги? Давай вот так вот сделаем. Хоп-хоп-хоп-хоп, отбивается такой отстрел. Ай, какая красота. Ты посмотри, ребят, что мы с вами здесь понавешали. Ну, правда, контрудар он нам нафиг не нужен. Сейчас у нас Рафаэль тут разберется со всеми. Оп, 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 оп. Бомбит. Это все бесполезно. Да ладно, Крис, успокойся. Давай мы еще вот так вот сделаем. Ух, усилили атаку. А если еще и вот так? Ой, вообще, ребята, просто непробиваемая команда. Просто будем сейчас всех с удара бомбить. А вот это зря было сделано. Смотрите, что сейчас произойдет. Тыч. И так от каждого. Так, ну что, добиваем, наверное, вон тех вон сосунков. И теперь у нас... Ага, как быть? У него контратака, ребята. А, 44 уровень, что я боюсь-то? Че я боюсь-то, серьезно? Давай добивать его. Добьем или нет? Оп! И не тут-то было. Рафаэль выстоял, просто он по нему ударил и мимо. Так, ну что же, мы сейчас должны, в принципе, с вами перепрыгнуть. Должны перепрыгнуть и... Да, мы уже на самураях три звезды. Поехали. Осталось не так уж и много героев у нас. Надо только определиться, с кем тут подраться нам. Придется вот, наверное, с этими, со слабенькими. Берем Криса. И вот этих вот героев. Так, сколько... Ох ты, елки-палки, еще, ребята, много. Еще много. Так, Леонардо, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три... Ох ты, смотрите, ребят, у нас еще на два боя персонажей. Круто. Это ж хорошо. Так, ладно, приступаем, наверное, мы с вами с разборки над Лео. Вот так вот, теперь будет все хорошо.
Понизили защиту, атаку. Ух, по красоте. Кто у нас тут самый такой поганый? Конечно же, Ванюша. Успокойся, а. Ванюша, Ванюша, давай-ка мы так тебе. Оп-оп-оп-оп-оп. Во. Все. Теперь я просто на расслабоне. Да ладно, Доня, успокойся. У тебя атака слабенькая, ты ничего не сможешь здесь сделать нам. Так, поехали. Оп. Отлично. Так, теперь с этого. С Роквелла. Роквелл, успокойся, успокойся, доктор. На-ка. Жалко, не два удара, ребят, да? Так бы... Защиту он вешает. Зачем защита сейчас, а? Донни, нет, смотри, помогла вроде бы. Да что за ерунда? Не могу, не можем пробить с вами, да, этих сосунков. Ну-ка. А так? Есть. Замечательно, просто превосходно, просто великолепно. Мне вот интересно знать, из вот ребят, из моих подписчиков, кто играет в черепашки ниндзя легенды и на турнире, кто-нибудь со мной дрался, встречался кто-нибудь со мной, а? Если есть такие, ребят, напишите в комментах. Было бы прикольно. Вот как я сейчас, да, например, вот здесь вот, видите, вижу, например, вот этих вот ребят. Хоп, и ныряю на Лигу Сёгунов. Не зря, надеюсь. Погоди, погоди-ка, погоди-ка, ребят, нет-нет-нет, никакие не Лига Сёгунов, нифига. Чё это я тут? У нас же еще, блин, 49-й, 48-й уровень, я не знаю, как у нас тут, как вот нам здесь выкрутиться? Как вот, черт его знает. А если мы сделаем немножечко по-другому? Если мы уберем вот этих вот персонажей и возьмем вот так. Я просто боюсь, что мы здесь сплавимся. Проиграем. А вот эти вот, с этими ребятами я уже, кстати, дрался. Картинку я узнаю ихнюю. Так, ну что, защиту мы понизили. Что ты, иммунитет вешаешь, да? Ладно, будь по-твоему. Хорошо, поехали, Шреддер. Будем дубасить. Ай-яй-яй. Да ну хорош ты, Лео, блин, засранец. Как ты меня раздражаешь, а? Все время он хиляет, а? Постоянно. Ну-ка давай вот так вот, телекинез. О, все, им хана. Блин, но не всем. Но не всем. Я боюсь, Змейка Вьюн сейчас погибнет, нет? Ребята, мы на пределе с вами. Так, рискую. Отлично. Во, вот что нас спасет. Шреддер, спасибо тебе за... Отхил. Давай еще вот так вот сделаем. Ух. Все, ребят, я вздохнул с облегчением. Потому что, ну, это офигеть можно было. Я думал, сейчас они начнут у меня от постепенного урона все гибнуть. Но нет, два хила это сила. Да. Донни готов. Так, ну что же. А мы с вами двигаемся, двигаемся дальше. И у нас с вами последний, заключительный на сегодня бой. И мы в Сёгуне. Прикиньте, как мы быстро с вами добрались до Сёгуна. Но так же быстро и улетим оттуда. И выбираем вот этих вот ребятулик. Беру я Лео, последнего оставшегося из магикян. И вот так, 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 и вот так. Все. Все, поехали. Сейчас просто одна вертушка от Лео, и мистер Панда падет. Наверное, да? Ну, проверим. Жух. Нет. Остался Рафаэль у нас здесь. Все. Финишим, как говорится. Чистая, ребята, была победа. Вообще великолепно. Так, продолжить. И у нас 26-я позиция. Все, ребятушки, все. На сегодня у нас это все. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. И, конечно же, начнем уже проходить, наверное, потихонечку испытания. Так что, дорогие мои, встретимся с вами уже в следующей серии. Так что, всем пока и удачи!